Сознание, регулятор поведения, пласт осознаваемого стремления, страстного, неукротимого желания, недопустимого полового влечения, переживания, поступков, мотивы отягощают жизнь до самой могилы. Нервно-психические заболевания, душевные по жизни наказания. Психоанализ, часть психотерапии, метод исследования истерии. Диагностика и часы излечения, поиски средств от нее избавления. Пациентов острые конфликты, потаенно слепые, как реликты. Побуждения их бессознательные, проникновенные, любознательные. Метод исцеления душ, холод мороза и теплый душ. Психоанализ, учение о бессознательном, фундамент теории о шизоматизме. Психоанализ, часть психотерапии, метод исследования истерии. Диагностика и шизоизлечение, поиски средств от нее избавления.